Hello. Hi, приветствую тебя, Макс Вехов. Макс Вехов, желаю тебе успехов. Это исполняется мой проект. Вот он, Torn Apart, логотип. Вот альбом. Вышел на Cool Minis Records. Separation, Torn Apart. Torn Apart, да. Torn Apart альбом. Точнее, Torn Apart это... Separation альбом, точнее. А Torn Apart это миньон тут. О. Вот, логотип старенький. Вот, вот эта музычка. Вот. Дизайн я делал. Вот. Логотип был Cool Minis Records. Так, ну вот. Купил диск Sinister, новенький, запечатанный был. Вскрыл, распечатал. Ну, я покупал в магазине. Поэтому здесь он уже распечатанный. Новенький, коробочка идеальная. Вот. Идеальная коробка. Sinister Hate альбом. Теперь у меня есть все хейты, по-моему. Не, по-моему, что-то еще нету. У вас последний хейт, не знаю, послушать. Какой-то там один альбом хейта мне очень нравится, да, из последних. Надо будет его купить. А может, не надо. Вот. Диск идеальный. Ни царапинки, ничего. Только музыка. Уже послушал. Все супер-пупер. Вот как выглядит диск сам. Буклетик тоже идеальный. Сейчас мы его достанем. Вот. Буклетик. Тоже идеальный. Не, ну это понятное дело, что копия, это не фирма. Фирма такая, сколько стоит, а? Надо посмотреть на дискоксе. Если она вообще. Вот, этот альбом. Вот. Отличный альбомчик. О. О, кстати, вот тема играет, приближенная к исполнению Sinister от тех времен. Звук я специально так делал. И барабаны живые. И гитарка. А, две гитарки там, да. Вот. Вот отличная. Отличный альбом. Рекомендую. Покупался это в магазине Музыкальная арка напротив Коловорота. Есть магазин Музыкальная арка. Рекомендую, покупайте. Сейчас я послушал. Фирму, конечно, заказывать я, наверное, не буду. Но мне уже он так, ну, не сильно уж очень так супер-пупер нравится. А раньше как-то больше вставляло. Ну, такой музни мне хватит вполне. Такого издания вполне хватит, наверное. Посмотрим. Ну, если и буду продавать, так минимум по той цене, по которой купил, 80 гривен. Так что на меньшее не рассчитывайте, ребята. Диск идеальный. Я с дисками обращаюсь. Как с девушками, вежливо. Вот. Все, пока-пока. Подписывайся на мой канал, смотри обзоры дисков у меня на канале. Все.
пока-пока. Напомню, вот это исполняется сейчас мой альбом в стиле Death Metal, который на Parrot. Вот такой логотип, вот он, кстати, тоже тут. Ну, это обновленный логотип уже. Группа существует с 99 года, сейчас 2018, вот это издание 2017 года. Да, тоже можешь купить 8 евро, или 10 баксов. Отправлю за свой счет, автограф напишу. Все, пока-пока.